Привет, мужики! Здорово! Фразы, которые ты терпеть не можешь. Посмотрим? Посмотрим сейчас. Ой, не разувайся, вынеси мусор! Ой, мать, я вообще сюда пришел. Пап, я гей. Я тебе не папа. Любимый, я забыл тебе сказать, мама же приезжает. Всего на недельку. Максимум две. Дорогой, тут тебе какая-то женщина пришла. Ты зарплату получил? Да. Очень много. Обещаешь, что не будешь ругаться? Нет! Я уже начал ругаться! Что натворила? Тогда я тебе не скажу! А ну-ка стой! Пап, я сделал тату. Ну иди сюда, посмотрим. Дорогой, а что означает на тесте две полоски? Дорогой, а что там за пиво в холодильнике было? Мое я покупал. Ага. Люба, подожди, а в смысле было? Люба, в смысле было? Знакомься, это моя подруга Галя, она теперь будет жить с нами. З**ись. Четко. Дорогой, собак на корме, на плите нам поставила. Дорогой, а почему твои машины такие плохие тормоза? Люба, у моей машины хорошие тормоза. Ну а что тогда она не тормозит? Она так же, как и ты, хорошо тормозит, Люба. Ну ладно, сейчас ее привезут, посмотрим. Пап, меня отчислили. Дорогой, хорошая новость! Нам одобрили ипотеку! Какая радость! Люба! Дорогой, ты что плачешь? От счастья! Подписывайся на наш канал, не забывай нажимать этот гребаный колокольчик и переходи в нашу группу ВКонтакте. Пиши в комментариях, какие фразы тебя еще бесят. Ну все, мужики, не беситесь. Пока!